Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусные, ароматные, нежные, быстрые кабачковые оладьи. Приготовить такие оладьи очень просто. Для начала очищенный от кожуры и семян кабачок трем на крупной терке. В кабачок добавляем яйца, сахар, соль, по желанию немного ванилина и разрыхлитель теста. Все это хорошенечко перемешиваем. Понемногу добавляем муку и замешиваем не сильно густое тесто. В зависимости от влажности кабачка, от веса яиц, нам может понадобиться чуть меньше или чуть больше муки. Вот такое не сильно густое и не сильно жидкое тесто должно у нас получиться. Теперь подождем минут 5 для того, чтобы начала работать клейковина муки и разрыхлитель. Минут через 5, когда тесто отдохнет, можно приступать к жарке оладий. В сковороде разогреваем немного растительного масла на среднем огне. Выкладываем тесто примерно по 1 столовой ложке и жарим оладьи до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Когда оладьи подрумянятся с обеих сторон, переснимаем их на тарелочку, и первую партию оладий с пылу-жару можно подавать к столу. Таким образом пережариваем все тесто. Оладушки можно подать со сгущенкой, с медом или со сметаной, кому как нравится. Я надеюсь, что вам понравятся кабачковые оладьи, приготовленные по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока!